Вот у нас утро, после завтрака. Игнат Тихонович собирается выносить мусор. Мусор зову. Сейчас она одевается. Тут мы рыбу ели, кошечки сейчас тоже косточки едят. Смотри, во вторник 25 градусов будет. И уже заранее мы трясемся от этого холода. Я вчера пуговицы тут петельки пришил. Так. О, два больших огурца выношу. Смотри, какие огурцы. Оказалось, что внутри они мороженые. Магазинные. Вот. Принесли нам. Так, что же я это так? Надо же так. Господи, прости меня. Завязался, а не перекрестился. Отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всех гордыни его. Теперь уже некогда завязывать. Пойду. Понесу, пока люди спят. Я закрою. А? Я закрою за вами. Закроешь. Ну я назад подниму его. Вот, вот он выходит. Вон его видно. Сейчас вот здесь появится. В этой камере. Идет быстро. Сейчас вот здесь появится. Здесь вот побольше будет сейчас. Сейчас должен помолиться перед выходом за ограду. Ну вот когда вот утром непосредственно перед выходом. Я точно так же, когда ухожу на работу там или по каким-то другим делам, тоже так же молюсь. Все началось с Надежды Васильевны. Игнат Тихонович ей задание дал, чтобы она каждый раз тоже молилась перед выходом, прежде чем куда-то пойдет. Вот и был такой момент, брат Никита тоже как бы немного даже посмеялся над ней, что она там стоит кланяться возле ворот-то. Вот Игнат Тихонович, это сейчас вы тоже кланяйтесь. Молитесь. После этого мы стали с братом Никитой тоже молиться перед воротами. Господу Богу просить благословения у него на предыдущий день, чтобы сохранил нас в пути. Добрый ангел-хранитель наш был рядом с нами. Сейчас возле мусорных баков там ходит, идет, вернее. Что-то в этот раз пошел по дороге. Главное, бегом, чтобы не расслабляться, видимо. Вот он идет. Все, ворота закрывает. Скорее всего, опять на палку сейчас закроет, да. Потому что время раннее еще. Потом уже мы... Когда рассветает, открываем полностью. О, побежал. Бегом бежит. Если человек в душе молодой, ему ничего не помешает. Сейчас открою. Закрылся. Слава тебе, Господи. Это тут надо под него будет газетку подложить. Ух, пошел еще. Господи.
Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.